Библейский портал экзегет.ру представляет. Библейский портал «Экзегет». Мы с вами начинаем читать первое послание к Коринфянам. Я читаю свой перевод. Меня зовут Андрей Десницкий. Его комментирую. Ну, наверное, нужно небольшое введение. Коринфянам Павел пишет два послания, может быть, больше. И мы не знаем точно, в каком порядке были написаны эти тексты. Они вошли в канон Нового Завета, в общем-то, по своему размеру. Первое побольше, второе поменьше. Наверное, первое было написано раньше. Но проблема в том, что мы не знаем, были ли написаны только этих два, а, пожалуй, даже мы не знаем, были ли эти два послания написаны вот именно в том виде, в котором они до нас дошли, или, как некоторые считают, что-то было составлено, склеено, да, то есть... Они достаточно разнообразны по тематике, и иногда считается, что из каких-то более мелких посланий были составлены вот эти тексты, вошедшие уже в канон Нового Завета. Ну, для нас это не очень принципиально, а вот то, что послания к Коринфянам обращены к одной из самых больших, с одной стороны, церковных общин, а с другой стороны, к общине, которая основана Павлом, вот это для нас важно. Скажем, когда он пишет римлянам, он пишет посторонним христианам, да, они все ему братья, но он не был в Риме, он не играл никакой роли в основании римской общины. С Коринфом это далеко не так, Павел именно там и проповедует. А что же такое Коринф? Город, он и до сих пор есть в Греции, и тогда это центр провинции Ахайя. Ахайя, собственно говоря, большая часть современной Греции. Коринф – ее крупнейший политический, экономический, культурный центр. Кроме того, там процветает, естественно, культ Афродиты, богини любви. И христиане, которые там, это в основном греки по своему происхождению. И вот, обращаясь к коринфянам, Павел очень назидателен. Да, вот если, скажем, римлянам он излагает некоторую такую богословскую картину, свое видение веры, то Коринфян он наставляет, как жить. И наставляет, конечно, по праву человека, который, собственно говоря, основал эту церковь и достаточно много для нее сделал. Ну, давайте начнем без долгих предисловий. Павел, по воле Божьей избранный апостол Христа Иисуса и брат Сосфен, вот у него всегда есть помощники, вполне вероятно, что это секретарь, Божьей Церкви, находящейся в Коринфе, вам, кто освящен во Христе Иисусе, кто призван и свят, и всем, кто на всяком месте призывает имя Господа нашего Иисуса Христа и своего и нашего Господа, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Такое обычное приветствие. Откуда, кстати, Павел пишет? Скорее всего, из Эфеса. Да, еще один город, который он посещает, и послание к Эфесянам тоже есть в каноне Нового Завета. И вполне обычное для послания обращение кто и кому. Да, тогда форма письма требовала, собственно говоря, как сегодня на конверте пишется, кто и кому. Вот тогда в самом теле письма, в самом начале это говорилось. О Божьей Церкви, находящейся в Коринфе. Да, то есть он подчеркивает, что Коринф – это место, а главное, что это церковь. Это не просто некоторая община, но это вот та часть Божьей Церкви, которая пребывает в определенном месте. А церковь, естественно, глобальна. И дальше он уточняет, кто освящен во Христе Иисусе, призван и свят. Соответственно, освящение, вот то, что он подробно разбирал, скажем, в послании к римлянам, особое состояние, когда человек из греховного прошлого превращается вот в часть Божьего народа, отделенную, посвященную Богу часть человечества, но он, соответственно, получает то, что в этом языке называется освящением. И призван и свят, да? Вот святость – это состояние, которое в результате освящения получается, а призвание – то, что служит к этому основанию. Он подробно все это разберет не раз, в том числе и в этом послании, но, как часто бывает, он сначала задает некую тему, предлагает некоторые слова, термины для размышления, потом он будет их разбирать более подробно. Благодать и мир, что это такое, об этом он тоже очень много говорит. То есть здесь есть и пожелания, и в то же время некая тема для рассуждения. Вот послание к римлянам, он очень подробно это разбирал. Но и в Коринфянах он более практически, скажем, подойдет к вопросу о том, что есть благодать, что есть мир, и как Бог Отец соотносится с Господом Иисусом Христом. Пока это просто, с одной стороны, формула, с другой стороны, заявка темы. Дальше он начинает с благодарности за них, и это очень важно. Павел старается
говорить о лучшем в человеке, да, он видит лучшее, хотя часто обсуждает проблемы, и в этом послании тоже будет, но он начинает не с проблем, а с того, какие они хорошие люди, как он Бога за них благодарит. «Всегда благодарю за вас Бога моего, вам дана во Христе Иисусе Божья благодать, в нем вы обогатились всем, и всяким словом, и всяким знанием. Свидетельство о Христе утвердилось в вас, и теперь у вас нет недостатка ни в каком благодатном даре. Вы ожидаете явления Господа нашего Иисуса Христа, и Он окончательно укрепит вас, чтобы быть вам безупречными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, призвавший вас в общину собственного Сына Иисуса Христа, Господа нашего». Ну, в общину или к общению можно здесь иначе перевести. А также свидетельство о Христе утвердилось в вас можно перевести как свидетельство Христово. То есть, либо кто-то, тот же Павел, свидетельствует о нем, либо Христос свидетельствует об Отце, свидетельствует о спасении и тому подобных вещах. Вот такие, с одной стороны, формулы, чеканные формулы речи и безудержная похвала, да, то есть у вас все хорошо, и дальше будет только лучше. А с другой стороны, это некая такая тема, никакой благодатный дар, он очень много будет о благодатных дарах в этом послании говорить, никакой благодатный дар для вас не недоступен, у вас во всем избыток, да. Они потом будут выслушивать от него более подробно, чтобы быть вам безупречными, Бог призвал вас и так далее, да, вот это формулы благословения, ну и темы для разговора еще раз. И одновременно цель, да, то есть какие вы хорошие, все понятно, зачем же я вам пишу. «Я призываю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, будьте все единогласны друг с другом, да не будет среди вас разделений, да пребудете вы в единстве, общее для всех разумение, общее решение». Вот основная тема. Да, он поблагодарил за них Бога, сказал, как у них все хорошо, и тут же мы выясняем, что не все хорошо, что есть определенные проблемы. «Мне о вас, братья мои, сообщили домочадцы Хлои», ну, некая женщина, которая, очевидно, знает Павла, и от нее пришли и рассказали. «Среди вас пошли распри. Вот я о чем. Каждый из вас говорит, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Ну, соответственно, Аполлос – это один из проповедников, который упоминается в книге «Деяния», который в Коринфе тоже был, Кифа, что значит по-арамейски «камень». Петр. Петр есть камень, но уже на греческом языке. То есть появляются такие партии, да? Кто-то следует Аполлосу, кто-то Петру, кто-то Павлу, кто-то говорит, я Христов, то есть, ну, я вообще на человеческие авторитеты особого внимания не обращаю. И вот повод, по которому он пишет. Значит, история, наверное, повторяется много раз в жизни, и в жизни церковной, и не только, когда люди делятся по принципу определенных авторитетов, да, то есть они следуют за кем-то и считают себя партией, которая вот этому человеку, этому движению, этой идее верна. Что, Христос разделился? Или Павел за вас был распят? Или во имя Павла вы крестились? Он обращается прежде всего к своей партии, да, потому что они его слушают. Так что же, я вам сам себя проповедовал, да? «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, разве что Криспа и Гая, ну, двое каких-то христиан, о которых мы не знаем ничего, и теперь никто не скажет, что я крестил свое имя. А да, я еще крестил домашних Стефана, а, впрочем, уж и не помню, крестил ли кого-то еще». Смотрите, Павел, который, собственно, основывает эту церковь, сам практически не занимается крещениями, да? То есть для него это массовое обращение не нужно, для него нужно донести смысл, проповедь, служение слова, как он неоднократно говорит. Да? А вот обряды, они, конечно, есть, они, конечно, важны, но просто это не дело Павла. Еще обратим внимание, что здесь мы слышим ясно голос самого апостола. Я не помню точно, крестил ли кого еще. Да? То есть есть места, где Павел излагает некоторую божественную истину, откровение, а есть места, где не очень уверенный в своей памяти человек говорит, я никого не крестил, кроме этих двух, ах да, еще Стефанов дом, а впрочем, я даже не помню, может быть, кого-то еще. То есть вот такая очень человеческая сторона в этом послании раскрывается, и когда мы говорим, что Библия – Слово Божие, вот один из примеров того, что она и Слово человеческое в не меньшей мере. «Ведь Христос отправил меня не крестить, а возвещать Евангелие, причем не мудрыми речами, чтобы не упразднить имя креста Христова». Крест для нас привычный символ, но для людей того времени это орудие позорной казни, мучительной, постыдной, и такой казни, которую врагу не пожелаешь. И вот Павел говорит, а ведь крест и есть все самое главное.
Это не просто какая-то вот такая деталь, это то, что, собственно, составляет сущность христианской веры. И уточняет, слово о кресте – безумие для погибающих, а для спасаемых, то есть для вас, сила Божья. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где же теперь мудрец, где грамотей, где искусный в словопрениях нынешнего века? Не выставил ли Бог мирскую мудрость безумием? То есть вот проповедь креста, ну, проповедь расстрельной стенки, говоря языком 20 века, виселицы. Что в ней хорошего? Есть столько мудрых учений, тонких всяких богословских конструкций, и вдруг что-то примитивное, жестокое, кровавое. Но ведь Бог именно это и избрал. Не выставил ли он мирскую мудрость безумием? По мудрости Божией, по-своему, мудрый мир не познал Бога. Но Бог благоволил спасти безумством проповеди тех, кто уверует. То есть вот это противопоставление мудрости и безумства с самого начала основная тема. Ну, коринфяне – греки, как я уже сказал. Греки любят философию. Философия – это, собственно говоря, любование мудростью, это изучение мудрости. И Павел, грубо говоря, отталкивается вот от этих философских конструкций и говорит: «Но у нас-то не мудрость, у нас что-то другое, то, что миру кажется безумием, но что для нас в то же время очень важно». И поясняет: «По мудрости Божьей, по-своему, мудрый мир не познал Бога, но Бог благоволил спасти безумством проповеди тех, кто уверует. И вот иудеи требуют знамений, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев это скандал, для эллинов безумие». То есть иудеи требуют знамений, значит, им нужны какие-то сверхъестественные явления, которые подтверждают правоту проповедника, и они им не даются. А эллины ищут мудрости, каких-то словесных построений, логических конструкций, а мы проповедуем распятого, казненного Христа, и это для иудеев скандал, потому что как он бессилен, казалось бы, на кресте, умирая, он лишен всякой силы, а вы говорите, это Мессия. Для эллинов безумие. Что хорошего, мудрого в том, чтобы верить в человека, умершего страшной смертью, как в Сына Божьего? Вот сразу конфликт, который возникает. Но для тех, кто призван, опять-таки, кого Бог позвал к себе, да, и он стал, ответил на этот призыв, стал христианином, будь он из иудеев или эллинов, проповеданный нами Христос – это Божья сила и Божья мудрость. Не такая, как в этом мире, да, но божественная. Ведь у Бога и безумное превосходит человеческую мудрость, и немощная человеческую силу. Самое маленькое у Бога, больше всего, что есть у людей. И дальше он переносит это сразу на общину. Мало ли, что там у Бога, а вот вы, как на вашей жизни это сказывается. Сами видите, братья, какими вы призваны. Немного среди вас по-плотски, ну, то есть по законам этого мира, мудрых, немного могучих, немного благородных. Но Бог избрал безумное в этом мире, чтобы постыдить мудрецов. И немощное в этом мире избрал Бог, чтобы постыдить сильное. И незнатное в этом мире, и презренное избрал Бог ничтожное, чтобы упразднить весомое. Вот переворачивается все, да, шкала этого мира не работает, когда к ней обращается Бог. Так что пусть не хвалится никакая плоть перед Богом. Так и вы, благодаря Ему теперь во Христе Иисусе, Он и стал вашей мудростью, праведностью, освящением и искуплением по написанному. Кто хвалится, пусть хвалится в Господе. Вот он развивает как раз ту мысль, когда он говорит, что такое призвание, что такое вам дана благодать. Он начинает ее разворачивать. Вы, в общем, сами по себе не знатные, не сильные, не богатые, не мудрые люди. Ну, обычные люди, какие в большом количестве везде живут. Да? Но с вами что-то произошло, вы получили некоторый особый дар. И этот дар, пусть с точки зрения мирской мудрости, мирского богатства, он ничтожен, но для вас он и есть некая великая ценность. А как это получается, вот об этом он поговорит в следующих главах.